В том-то прикол. Через еще также 5 лет, ну наверняка я уже брошу, ну не буду говорить про себя, может и не брошу. Вот через 5-6 лет забудут про Анисимов, про Анисимова, про Тюханова, про Кузю, вот, про Баратова, что же. И, ну, если они, конечно, бросят, забудутся уже в тени, останутся в тени, пацаны, и про меня тоже забудут. Появятся новые. Через 5-6 лет будут какие-нибудь Павел Кастрюлькин, Ваня Передневисов, ну и так далее. Ну это понятно, то есть скоро придут новые звезды. И я уверен, я реально уверен, что среди тысячи зрителей, которые смотрят мои выпуски, по-любому найдется как минимум, ну, один, вот который сейчас про тебя, о, да, я сейчас про тебя говорю, да-да-да, вот именно про тебя, зритель. Сейчас про тебя, ну, никто почти не знает. Но через год, а может через 2 года, ты заявишь о себе всей турникменской среде. Вот реально, я вот верю, что среди вас, зрителей, есть сейчас такой.